Отслужив почти 21 год в полиции, я вышел на пенсию. В должности командира батальона и в звании подполковника полиции. А сейчас я турменеджер группы «Порнофильмы». Два года назад скажи мне о том, что у нас будет, с нами будет подполковник полиции кататься по стране, я бы просто прифигел. Когда начнем обсуждаем какие-нибудь там песни при Мише, бывает спрашиваю: Миша, а там уже все, на Лубянку уже знают про эту песню уже? Ты уже все передал?